Весной любители загородной жизни традиционно наводят порядок на своих участках. Даже в условиях карантина многие предпочли городским квартирам самоизоляцию на дачах. Сотрудники Федерального государственного пожарного надзора предупреждают о недопустимости поджигания сухой прошлогодней травы и бытового мусора. Сжигание сухостоя не приносит пользы экосистеме почвы, а наоборот вредит. Это запрещено и может повлечь за собой уничтожение имущества и гибель людей. Выгорит очень большая территория, она очень сухая, поэтому при повышенном ветре ее невозможно остановить собственными силами. Да, скорее всего, даже будет очень тяжело остановить силами пожарной охраны. Противопожарный режим пока не введен, но в Сарове уже усилили меры по охране лесов. Постановлением главы администрации запрещено разводить костры в лесах, жечь хворост, траву, отходы, использовать приспособления для приготовления еды на углях. В связи с тем, что многие граждане используют нерабочие дни для отдыха на природе, профильные организации усилили контроль за соблюдением противопожарного режима и указы губернатора Нижегородской области о режиме самоизоляции. Нарушители будут привлечены к административной ответственности. Если по кодексу об административных правонарушениях предусмотрен штраф или предупреждение, тут уже идет решение, была ли угроза распространения, были ли какие-то отягчающие обстоятельства, тут уже решается вопрос. Если же статья кодекса не предусматривает предупреждение, то в любом случае на граждан будет штраф. Рейды по отлову нарушителей проводят сотрудники полиции. Они составляют протоколы на нерадивых граждан и направляют документы в отдел пожарного надзора, где уже принимается решение о наказании нарушителей законодательства. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.